Ребята, всем привет! На дворе ночь. Ну, честно, ночь, гляньте. На часах у нас без 15 час. Я решил сделать себе оладушки. Вкусные оладьи. Гляньте, как сразу нагревается красный диск. Так, что нам нужно? Нам нужно 300 грамм, боже, кефира. 4 столовые ложки муки, 0,5, ну, половину ложки чайной соды, ванильный сахар, 1-2 ложки с обыкновенного сахара, кто как любит, подсолнечное масло. Так, выливаем. Я сегодня делала этот салат. Прощай, печень. Холодильник поставил, сейчас буду его пробовать. Вместе с вами, думаю, попробуем. Так, так, ложечку соды. Я вот так вот дам. Все, сейчас перемешаем. Сейчас кефир будет бульками. Булькать будет. О, слышите, уже шипит. Прикольно. Ребята, я забыл яйцо. Взбиваем яйцо. Я сладкое люблю, но я, наверное, дам две ложки. Вот такие вот. Две ложечки сахара. И это у нас ванильный сахар. Здесь у нас сколько? 10 грамм. И щепотку соли. Вот так. Все это размешиваем. Да, все трясется. Нужно штатив, прошу прощения. Так, я уже перемешал. Выливаем все в нашу смесь, в наше тесто, можно сказать, да? Гляньте, какое густое. И тоже все хорошо, хорошо, хорошо перемешиваем. Смотрите, чтобы кефир был у вас комнатной температуры. Так, я уже хорошо перемешал. Даем, может, на 2 или по 3 подхода нашей муки. Тоже перемешиваем хорошо. Так, засыпаю второй раз. Третий раз. Все тоже очень-очень хорошо перемешано, чтобы у нас было без грудочек. Хотя, таким. Так, сейчас я перемешаю. Сейчас я, ребята, буду показывать салатик свой и пробовать. Он называется «Прощай, печень». Я его тоже вот снимал, это предыдущее видео. Хочу попробовать вместе с вами и... Так, перемешиваем хорошо. Так, все, вот так вот я перемешал. У нас получилась вот такая вот кашица. Она такая не густая и не жидкая. Сейчас будем выпекать наши оладушки, но я сейчас вам покажу свой салатик. Так, вот мой салат. Не знаю, ли будет видно. Ребята, буду сейчас пробовать. Боже, это, наверное, такая вкуснятина. Это моя большая ложка. Боже. Не, реально, это вкусно. Гляньте, здесь и грибы, и копченая курица, и сыр, и помидоры. И я уже забыл, что здесь даже еще шло. Не помню. Ребята, обалденно. Салат называется «Прощай, печень». Это салат на Новый год. Извините, что я жую. Это новый рецепт салата на Новый год. Я его тоже еще буду делать. Так, а мы приступаем к нашим оладушкам. Понятное дело, да? На горячую сковородку наливаем нашим маслом. И жарим наши оладушки.
Боже, да как же ж неудобно без штатива. Так, у меня ложка маленькая получается, столовая. Ребята, открою вам секрет. Делаю оладушки. Первый раз. Так что, если что, пожалуйста, не судите строго. Что-то мне так захотелось в час ночи. Так, боже, объемся и помру молодым. Или еще один посерединке. Так, ждем. Боже, оно уже пахнет. Боже, гляньте, как вкуснятина. Я их, короче, переворачивал, а мне руки трясутся, думаю. Боже, как их перевернуть? Они с той стороны уже поджарились, а с этой стороны сейчас или поплывут, или расплывутся у меня. Гляньте, какие красивые. Еще такая сковородка интересная. Гляньте, сейчас я вам покажу. Они не пристали к сковородке, они вот так, гляньте, плавают, видите? Друг от дружки. Прикольно. Вкуснятина пахнет. Так, я положил их специально на эту, на салфетки, чтобы они немножко стекли жиром. Все, ребята, не судите строго. Всем приятного аппетита. Можно подавать со сгущенкой, можно подавать со сметанкой. Я купил вот такую вот штучку. Топпинг со вкусом тирамису. Все, думаю, вам понравилось. Всем спасибо, всем пока-пока.